29-летняя Регина Тодоренко порадовала поклонников интересным снимком занятия йогой. Телеведущая позировала в откровенном наряде, приняв необычную осану. Регина отдыхает на Бали. Супруга Влада Топалова успевает принимать участие в съемках и уделять время занятиям спортом. Тодоренко уже много лет практикует йогу. Автор шоу «Пятница» с Региной каждое утро начинает с занятий. Она успела испробовать на себе несколько видов практик. «В последнее время мне полюбилась дживамукти-йога», — рассказала телезвезда. Регина показала поклонникам снимок с тренировки. Одна из самых богатых блогеров России надела откровенный черный купальник для занятий. На коврике для йоги Тодоренко продемонстрировала отличную растяжку. Она притянула свою согнутую ногу к плечу. Фанаты восхитились прекрасной фигурой телеведущей. «У вас шикарное тело, завидую, Регина, какое же у вас гибкое тело», — заявили фолловеры. Тодоренко уже не первый раз демонстрирует свои успехи в йоге. На шоу «Осторожно», Собчак вместе с Ксенией она села на шпагат. Регина с легкостью принимала даже самые сложные асаны и переживала, чтобы супруга Богомолова не повредила свои связки. Тодоренко прилетела на Бали без супруга. Она показала откровенный образ в пикантном бикини.